Лео рисует? Привет, я Лео, и я люблю рисовать. Привет, а я Макс, я показываю, как рисовать. И сегодня мы рисуем. Рисуем. А что рисуем? Я не знаю. Давай что-нибудь морское. Медузу. Конечно, вот так выглядит медуза. Здорово. Очень красивая, скорее бы ее нарисовать. А будем рисовать ее мы, а гуашью. Вот такая у нас гуашь, большая пачка, классическая гуашь Лео, густая, укрытая, хорошо смешивается и ложится на бумагу то, что нужно для творчества, и мы тебе сейчас все это показываем. Покажем. Вот увидишь, это будет здорово. Берем сначала тоненькую кисточку. Тоненькой кисточкой мы нарисуем медузе тело, или ее как бы саму медузу. А какой краской будем рисовать? Любой. Можно фиолетовый, можно черный. Но лучше всегда темную краску выбрать для такой медузы. Вот так рисуем медузу. Медуза. А можно много раз повторять медуза. Это здорово? Она необычное слово, очень необычное. И даже есть такая песня медуза. Такая есть песня, я слышал. Да, вот такая вот у нас медуза получилась. У нее 3 таких выроста есть. А из этих выростов будет расти что? Радуга. Да, радуга. Мы здесь нарисуем радугу, как будто щупальцы. Медузы такие длинные отростки. Они как радуга. И что мы добавим сюда? Можно черным небольшие глазки нашей медузе, чтобы она улыбалась для нас. И рисунок был, конечно, яркий, принес тебе много удовольствия. А можно рисовать любыми цветами, не только радугой. Ребята, рисуйте, выбирайте любые цвета. Но когда ты рисуешь радугу, это очень ярко и красиво. Смотри, начнем мы, например, с красного. И вот так нарисуем. Раз, красный. Очень же красиво. Правда, очень яркий цвет, красный. Ну а потом, какой цвет берем? Наверное, оранжевый, ребят, я так думаю. Лучше взять оранжевый, но лучше всего смыть кисточку очень тщательно. А теперь оранжевый рисуем. Оранжевый. Смотри, какая яркая краска. Очень яркая, очень красивая. Да. Смываем обязательно кисточку очень тщательно, потому что следующий цвет очень желтый. Это желтый цвет. Он цвет солнца. Вот такой вот получился цвет солнца. Красивый? Красивый. Следующий зеленый. Я знаю это. Да. Следующий берем зеленый цвет. Его пожирнее намазываем. И вот так вот закручиваем. Здесь у нее как будто были бигуди. Бигуди накрути. Бигуди — это когда что-то накручивают на волосики, чтобы они были такие кругленькие и красивенькие. Медуза, может быть, тоже пользуется бигуди. Может быть. Ребят, следующий какой цвет? Лео, подсказывай мне. Я думаю, следующий цвет голубой или черный. Навряд ли черный, но голубой точно. Ты угадал. Берем голубой цвет, он у нас есть. И вот такой голубой, такой синий-зеленый цвет. Что-то между синим и зеленым. И она не очень длинная, щупальце получила, здесь не влезла, да? Ну а зато следующий синий цвет. И он уже очень здоровский и очень синий, как нам нравится. Остался один цвет. Вроде бы он как раз 7-й. Давай посчитаем вместе, ребят. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Это фиолетовый. Конечно же, фиолетовый самый красивый цвет. Мы начинали с фиолетового и заканчиваем фиолетовым. Вот наша криспигуза готова. Единственное, если у тебя очень много желания порисовать еще больше красочками, то ты можешь взять желтый цвет и нарисовать на медузе такие точечки. Это будет здорово, она будет яркая. А после этого добавить оранжевых точечек. Она будет еще веселее, наша медуза. Вот такая медуза у нас, подводный мир с медузами. Легко рисовать и легко повторять. И можно попользовать все краски, которые у нас есть. Да, ребят, рисуйте с нами. Лео рисует легко найти. На ютубе поставьте нам лайк. В инстаграм заходите, смотрите фотоуроки. И если любишь музыку, то смотри наши рисунки. Как мы рисуем? Под музыку. Да, в тиктоке есть тоже Лео рисует. Так что лайки, подписки и рисуем. Пока-пока.